Доброго времени суток, рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Он звучит следующим образом. Что вас смущает? Когда этот вопрос уместен? Когда клиент задает, клиент вербально либо невербально демонстрирует какие-то сигналы несогласия, либо меняется мимика, может быть, голос, может быть, еще какие-то жесты появляются. То есть, когда клиенту некомфортно. И что дает этот вопрос клиенту? Прежде всего, это то, что коуч видит клиента. То есть некая забота, некое партнерство, отзеркаливание. То есть клиент видит, что у клиента есть какие-то сомнения. И коуч говорит, что вижу, что вас что-то смущает. И здесь от того, что начинается проговаривание вот этой ситуации, то есть ее признание, ее незамалчивание, можно ее начать раскручивать. То есть дальше может последовать вопрос, а что бы вы хотели, чтобы было, как было бы по-другому, что можно улучшить и так далее. То есть возникает целая цепочка, когда клиент чувствует, что его поняли, что его не давят, что его не тащат вперед, что нету давления. Есть скорость, которой идет он. И что эта сессия вообще, это пространство, которое создает коуч, это пространство клиента, потому что работа идет на результат клиента, то есть на его цели, на то, что хочет клиент, на его движение. Иногда это может быть структурирование чего-либо, иногда это приоритизация, иногда это поиски, иногда это повышение энергии. То есть вариантов может быть очень много, коллеги. Я еще раз повторю этот вопрос. Он звучит следующим образом. Что вас смущает? Всем добра. Пока-пока.